Всем привет! Вы на канале Айка ТВ. Мы продолжаем играть в игру «Сказочный патруль». Проверим наш телефон. У нас в телефоне несколько заданий. Для самых маленьких мы уже его выполнили. Надо только завершить. Забрать награду благодарного жителя города и сказочный лес. Нам надо 3 застенчивых пони. И кролень, 3 штуки. Все любят газировку. Будем выполнять эти задания сегодня. Пойдемте к лесному мастеру. Он находится около фонтана, и поговорим по поводу газировки. Автомат с газировкой. Начать улучшение. Для запуска нового улучшения завершите текущее. Мы пока не можем. У нас выполняется сейчас задание, связанное с песочницей. Надо его завершить. Забираем ежедневные бонусы. У нас висит задание для самых маленьких. Надо его завершить. Бежим в парк. Мы в парке. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Айка ТВ. Бежим к лесному мастеру, который находится около песочницы. Поговорим с ним. Детская площадка. Завершить улучшение. Отлично. Ой, смотрите, как площадка преобразилась. Забери награду благодарного жителя города. Сейчас мы этим займемся. Так, вот житель. Поздравляем, вы получили 90 монет. Хорошо. Новое сообщение. Кому-то требуется помощь. Так, посмотрим, кому. Это девушка, которой мы недавно помогали. Бежим к ней. Она где-то тут рядом. Вот она впереди. Мои друзья-туристы? И завтра они возвращаются домой. Поможешь собрать для них сувениров? Ты меня просто спасешь. Конечно же, поможем тебе собрать. Давайте посмотрим, ребята. Надо всего лишь бегонию ей, и все. Сейчас мы ей дадим бегонию и получим монетки чуть позже. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь позже, я смогу тебя отблагодарить. Конечно, мы зайдем. Через 2 минуты. Вознаграждение будет небольшое. Я думаю, нам надо сходить в город к лесному мастеру, который находится около фонтана. Поговорить по поводу газировки. Так как мы уже выполнили задание с песочницей, нам теперь доступно задание с газировкой. Подошли к нему, поговорим. Автомат с газировкой. Начать улучшение. Начать. Ой, вы уверены,
что хотите пропустить. Я случайно нажал два раза. Нет, мы не будем за кристаллы улучшать. Хотя у нас их много, 293, мы могли бы. Но пока мы их тратить не будем. Задание будет выполняться в течение 6 часов. Кристаллы мы, наверное, будем тратить в ближайшее время. У нас уже их много скопилось, я пока не вижу, куда их тратить, кроме как вот на завершение задания. Возвращаемся в парк. Будем фотографировать сказочные существа и выкапывать растения. Задание: забери награду у благодарного жителя. Бежим к девушке. Три монетки. Но мы и ждали 2 минуты всего лишь. Новое задание. Снова требуется помощь. Посмотрим, кому. А ей же и требуется, по-моему. Сейчас посмотрим. Не узнаешь меня? Как же так? У меня очень популярный блог про нас, Мышкин. Поможешь добыть кое-чего для следующего обзорного видео? Конечно, поможем. Ей нужен астролист. Он у нас есть. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь позже, я могу тебя отблагодарить. Посмотрим, сколько мы должны ждать. 10 минут. Кролень, нам нужно 3 штуки. Сероглазый слизняк. Посмотрим задание. Сказочный лес, 3 застенчивых пони. Средний бабай. Нам еще надо собрать 2 штуки. Пойдемте в лес, я думаю, погуляем там. Средний бабай в лесу водится. Застенчивый пони водится в городе. Но он водится только в дождливую погоду, насколько я знаю. Побежали в лес. Будем искать бабая. Вот он, средний бабай. Лесобик-грибовик. Возьмем на всякий случай. Дождик пошел. Еще один средний бабай. Бежим в парк, а потом в город. Будем искать застенчивые пони. Как раз пошел дождик. Застенчивые пони водятся в дождливую погоду. Поищем в парке.
Нам нужно забрать вознаграждение. 15 монеток. Неплохо. Кому-то требуется помощь. Посмотрим. Горожанин, который находится на выходе из города. Пойдемте туда. Посмотрим, может, здесь есть пони. Идем в город. Задание выполнять. Не узнаешь меня? Как же так? У меня очень популярный блог про нас, Мышкин. Поможет добыть кое-чего до следующего обзорного видео. Мы сейчас это задание выполнили за один раз. Молодец. И как быстро все сделала. Приходи позже и забирай свою награду. Придем попозже. Через час. Будем фотографировать, будем искать застенчивую пони. Он должен водиться здесь в городе, именно в дождливую погоду. Куда спрятался пони? Сверчок, пока он нам не нужен. Ищем застенчивые пони. Пони, ты где? Куда ты спряталась? Ребята, посмотрите, какой у нас красивый фонтан. Нам нужно заглянуть в магазин сказ-товары, купить пленку и мешки для растений. Телепортируемся в парк. Там будем искать пони. Вот, кстати, пони застенчивый. Улыбочка. Фотографируем. Застенчивый пони. Сероглазый слизняк. Вот еще пони. Назад, Алена. Назад. Вот. Фотографирую. Отлично. И третий пони. Возвращаемся в город. К фонтану. Нам нужно поговорить с Едвигой Петровной. Она около фонтана. Ну как, загонял тебе леший? Ваши туристы в лесу такого натворили? Да, знаю, знаю. Не со зла они, моя недоработка. Правила поведения в волшебном лесу нужны. Так самое время их составить. А я вам еще и фото редких животных принесла. Да ты у нас просто волшебница, да? Давай-ка все сюда. Ох, работа предстоит.
Да ты не стой, я позову, как закончу. Ну и мы будем заканчивать свой обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Айка ТВ. Всем до скорых встреч. Пока, ребята.